диагноз синовиальная саркома. Первый курс терапии мы прошли. Впереди еще 8 курсов. Ну и операция. Наша сестричка Полинка, она всегда занималась танцами с самого маленького детства. Также она с самого садика уже и танцевала, и пела, и пыталась играть на гитаре. В конце мы пошли в лицей искусств, так что она сейчас учится в лицее искусств, ходит на танцы и ходит отдельно еще на вокал. Ее цель сейчас это поступить куда-нибудь на певицу, как она называет. И поэтому она учит даже сейчас, вот сейчас сидит, лежит, там, прыгает, бегает. И она учит и тексты, учит и на английском, и на русском. Пытается купить самый лучший микрофон, который только есть. То есть у нее сейчас уже и цели есть, которые были, есть и будут. И есть определенные подарки, которые она хочет. То есть у нее жизнь не остановилась. Она также радостна, также думает о будущем, думает то, что сейчас. И остается такой жизнерадостной и позитивной. Мы просим помощи для нашей Полинки, чтобы ее мечты не останавливались на каких-то определенных собаках и микрофонах, а чтобы ее мечты дальше продолжались. И хотим, чтобы она радовала весь мир своим пением, просто собой. Полинка!